В Иркутске начала работу 22-я международная туристская выставка «Байкал Тур», которая открылась на площадке Сибэкспо-центра 28 марта. Она началась с форума «Время отдыхать на Байкале». 4 секции. Экономические последствия законодательных противоречий по охране озера Байкал, кадры решают все, финансовые инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства, курс на качество в гостиничной деятельности. Спикерами и экспертами форума выступают представители власти и бизнеса. Одним из горячо обсуждаемых стал вопрос об экологии Байкала. На площадке выставки и форума, посвященной туризму на Байкале, четко звучит, так краснонитью проходит мысль о том, что экология и экономика должны находиться в балансе. То есть это должна быть такое равновесие. То есть нельзя допустить того, чтобы экономическая деятельность людей на берегах Байкала, чтобы привело к загрязнению Байкала. С другой стороны, конечно, экологические и природоохранные ограничения не должны негативно влиять на нашу хозяйственную деятельность и на нашу повседневную жизнь. Участниками выставки в этом году стали компании из Южной Кореи, Монголии, Китая, Кыргызстана, Иркутской области, Забайкальского и Приморского краев, Республики Бурятия, Севастополя, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. Выставка рассчитана на представителей туристической сферы и бизнеса, а также обычных жителей и гостей нашей области. Каждый год появляются новые предложения и направления для туристов. Интересный и полезный отдых можно найти совсем рядом. Парк деревянных скульптур Лукоморья на Байкале – один из лучших имиджевых проектов в Иркутской области. Представил посетителям и гостям выставки свой новый проект. В городе Иркутске на Байкальском тракте на 49-м километре появилась новая площадка, на которой представлено более 60 скульптурных композиций. Кроме этого, у нас есть замечательный мини-отель, кафе, в котором мы можем проводить корпоративы, различные мероприятия, квесты. Так что всех приглашаем приехать к нам. В ближайшее время в парке планируется проведение международного фестиваля деревянной скульптуры, где примут участие более 30 команд из разных стран мира. По мнению организаторов, новая площадка парка деревянной скульптуры Лукоморья на 49-м километре Байкальского тракта даст новый толчок для развития творчества профессионалов резьбы по дереву и станет популярным туристическим объектом Иркутской области. Мы надеемся, что у нас будет очень много посетителей. Мы готовы принять всех. Мы надеемся, что ангарчане тоже приедут к нам и оценят наши экспозиции, те, которые не выставлены в Саватеевке. Ну, естественно, мы ждем иркутян и гостей города Иркутска. Выставка «Байкал Тур» будет работать в Сибэкспо-центре до 30 марта. Анна Дергаусова, Алла Коваленко, Ирина Сергеева, Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время.